Доброе время суток, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию предлагается программа, которая называется «Ликвидация тяжелых энергий в ауре». Под тяжелыми энергиями мы понимаем те энергии, которые утратили свою актуальность, так называемые отработанные энергии, энергии старых событий, старых успехов, которые уже перестали быть актуальными. И когда такие энергии находятся у нас в поле, мы не можем наполниться энергией творчества, любви, созидания. И когда мы даже с вами проявляем творческие моменты в нашей жизни, при наличии тяжелых этих энергий, они не достигают своего результата, потому что нельзя наполниться свежим, новым, не избавившись от старого, тяжелого и ненужного. Итак, мы начинаем. Thank you.
Благодарю вас, друзья. Если вам понравилась медитация, вы можете подать заявку на поступление в школу космомагов. Также напоминаю, что лекции нашей школы, мои лекции, выкладываются на нашем третьем канале. Всего вам доброго.